этом году Национальная библиотека имени Пушкина объявлен приоритетный проект «Читающая Тува. Культурная нация» с целью повышения роли чтения и развития духовного потенциала общества, сохраняя культуры и языков народов Тувы как одной из основ инновационного развития республики. Проект стартовал 1 января. В его реализации приняли участие более 170 муниципальных библиотек. Отмечается, что муниципальные библиотеки Кызыла постоянно изучают мнение пользователей, для чего проводят социологические исследования, в частности, анкетирование «Что читают белые воротнички?». В нем приняли участие 35 респондентов, госслужащие и читатели библиотек. Исследование показало, что книга в жизни госслужащих по-прежнему является важнейшим источником информации. Предпочтения опрошенные отдают классической и современной литературе.